Роберт Левандовский забил 41 гол в нынешнем сезоне Бундеслиги. Попадание в матче против СК Аугсбурга позволило ему побить рекорд по количеству голов, забитых за один сезон немецкой Бундеслиги. Прежний рекордсмен, бывший немецкий форвард Герт Мюллер, установил этот рекорд почти полвека назад. Многие годы подвиг немца считался экспертами недостижимым. 32-летний капитан польской сборной поблагодарил товарищей по команде и посвятил им этот рекорд. Подвиг также прокомментировал президент Анджей Дуда. Аплодисменты и сердечные поздравления Роберту Левандовскому. «Прекрасный день! Исторический рекорд Герда Мюллера побит!» – написал президент в Твиттере.